видео будет о QASR EL SAGHA, храм, который расположен в Фаюмском бассейне, ну там Фаюмское озеро, древний город Крокодилополь в том периоде, ну там расположен. И это видео будет о храме, который расположен в том месте, называется он QASR EL SAGHA. Значит, что известно о данном храме? Одни исследователи более, ну, в раннем периоде при раскопках утверждали, что этот храм имеет с древнего царства, с старого царства, а более современные исследователи говорят, что утверждают, что это храм не древнее, чем среднее царство. Датировку старого царства и среднего царства я напишу текстом видео, чтобы люди знали, когда было древнее царство, когда было среднее царство и когда было новое царство. Я добавлю, что каждая смена вот этих вот династий, древних, там, средних, новых, был вызван какими-то, ну, можно сказать, что разрушительными событиями в Египте, засухи, там, наводнения, извержения, возможно, какого-то вулкана или все вместе взятое. И династия погибала, и потом появлялась другая династия. Там был голод и все остальное. Описано это, по крайней мере, я вот смотрел несколько передач по Discovery, там утверждали, что, например, гибель древней династии был вызван большой засухой, Нил почти полностью пересох, был страшный голод в Египте, и люди, ну, буквально занимались каннибализмом. Нила фактически не было, разлива Нила почти не было, и река почти полностью пересохла, согласно древним источникам. И из 27 поселений в Египте выжило примерно 4. Цитирую телеканал Discovery. По данному храму, значит, чем меня заинтересовал этот храм из многих других? Ну, во-первых, в этом храме расположены на стене, ну, видны на стене так называемые кнопсы. Это выступы, я предполагаю, что это следы обработки камня из каменоломни. Насколько я правильно понял, там известняковые блоки. Сложены они сложной кладкой, ну, разумеется, не такая кладка, как полигональная, как в Перу, но тоже довольно-таки там, ну, неровное соединение, не прямоугольные камни, а соединение камня под различными углами, и некоторые блоки на себе имеют так называемые кнопсы. Ну, я видел не только в Египте и Перу, что потом эти кнопсы должны были удаляться. Например, это особенно более отчетливо видно в Египте в храме Осирион. Все кнопсы должны были быть потом удалены со стены, и по идее они должны были удаляться. Но все, что мы видим в Египте, в основном незавершенные сооружения, и эти кнопсы есть ну, и в Осирионе, и пирамида Минкаура, если мне память не изменяет, это третья пирамида на плато Гиза. И в других местах кнопсы не были удалены, в основном. Хотя есть, что их и удаляли частично. Thank you.
видео я покажу точные координаты этого храма, его месторасположение на Google картах. Что еще хотелось бы от себя добавить? Конечно, внутри храма есть так называемое одно закрытое помещение, есть какие-то ниши. Ну, толком непонятно, для чего они служили, как бы. Ну, такой, я бы от себя лично сказал, что храм, мягко говоря, необычный. Не такое, как все, какие-то непонятные, странные ниши внутри храма, которые ведут в никуда, такие какие-то комнаты, такие странные. Что там было, непонятно. Ну, официальная наука могла бы сказать, что там были какие-то идолы, но кто его знает, что там было. Данного видео, ну, стал возможным только благодаря помощи людей, которые финансово помогли моему каналу. Только благодаря их помощи этот канал существует на данный момент, и я продолжаю создавать эти видео. Если бы не их помощь, я могу сразу сказать, что ничего бы не было. Я бы просто чисто физически не мог бы делать эти видео. Только благодаря помощи этих людей, я покажу ссылку на них, данный канал может существовать в данное время. Дальше, параллельно с моим изображением, будет показан сам храм частично. Я хочу сказать, что это первая часть этого видео, вторая часть будет не сразу, а со временем. Также я планировал выпустить видео о котлах в Якутии, но пока придется это видео на небольшой срок отложить, пока не получается. И еще планирую сделать видео, последнюю заключительную часть, о так называемой высадке НЛО в Воронеже. Я уже сделал две части. Мне удалось при помощи людей на Facebook собрать некоторую информацию. Если бы не они, то тоже ничего бы не было. Один человек даже посетил это место на следующий день после этого события. И постараюсь в ближайшие недели сделать видео заключительное об этом событии, так как это очень меня интересует, именно в первую очередь. Там просмотров этого видео немного, но оно интересует именно меня. Как бы для меня это важно. Что там происходило, и кто это такие были, и все остальное. Всем спасибо за просмотр. Дальше, параллельно с моим изображением, будет показана небольшая часть этого видео, ну, первая часть, а потом будет показана заключительная часть, потом, не сразу, со временем, вторая часть, где я полностью соберу информацию об этом храме, выложу как можно больше информации о нем. Всем спасибо за просмотр, все остальное вы видите дальше видео. Так, показываю расположение храма на Google картах. Вот вы видите Фаюмский оазис. Озеро Меридово, так называемое. Там же был
город Крокодилополь. Точные координаты я его пока показать не могу, но там без проблем можно найти. Там же есть так называемые два колосса Мемнона, по-моему, и Мемноса, по-моему. Расположение самого храма. Далековато. Вот видите, где он расположен. Над северным берегом Беркет-Карун в безлюдной негостеприимной местности у подножья пустынного откоса по направлению Гебель-Катрани находится небольшой храм без надписей, известный как QASR EL SAGHA. До того места можно добраться по дороге от Ком-Ушим, и он находится примерно 25 километров от главной дороги. В глубокой древности на откосе с севера от этого места рос лес. Окаменелые останки все еще можно увидеть, и считается, что Беркет-Карун, древнее озеро Муэрис, когда-то расширял свой северный берег рядом с храмом в те дни, когда озеро было намного больше. QASR EL SAGHA стоит на ровной платформе, на склоне обрыва, и впервые был опубликован в Швайфурте в 1892 году, а позже его посетил Петри. Дата постройки храма является предметом спора среди ученых, но его план предполагает, что сооружение было построено не позднее Среднего Царства. Однако ранние исследователи, археологи и историки интерпретировали его как архитектуру, построенную в стиле построек Старого Царства, обращая внимание, что в храме нет ни единой надписи. Это явно одно из самых древних сооружений. Было бы это не такое древнее, там бы было все испещрено иероглифами. Однако ранние исследователи интерпретировали его как архитектуру, построенную в стиле построек Старого Царства. Храм был построен из известняковых блоков разных размеров, которые плотно прилегали друг к другу без использования раствора и с косыми угловыми швами. Храм так и не был достроен, стены остались без отделки. Внутри храма есть 7 небольших комнат, ниш или святынь и зал для жертвоприношений. Существует также слепая комната, которая полностью закрыта и, похоже, не имеет входа. Ну, закрытая комната. Немецко-польская экспедиция под руководством Гюнтера Дрейера недавно провела магнитометрическое исследование района поселения Среднего Царства в QASR EL SAGHA, чтобы завершить план местности и установить, продолжалось ли поселение вокруг южной стороны храма. На плоской равнине к югу от QASR EL SAGHA есть несколько участков доисторических деревень, жители которых, кажется, существовали за счет охоты, земледелия и рыбалки. Храм был построен из известняковых блоков разных размеров, которые плотно прилегали друг к другу без использования раствора и с косыми угловыми швами.
Храм так и не был достроен, стены остались без отделки. Внутри храма есть 7 небольших комнат, ниш или святынь и зал для жертвоприношений.